Сегодня в Тегеране начинает свою работу 13-я международная металлургическая выставка «Иран-Метафо-2016», участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат. Международная интегрированная выставка металлургической промышленности будет проходить по 27 ноября. На этом крупном ежегодном металлургическом форуме УАО ММК представит весь спектр своей продукции и технологических возможностей. Иран является одной из крупнейших экономик Среднего Востока. В последнее время спрос на металлопрокат в Иране увеличился вследствие частичного снятия со стороны международных санкций и реализации ряда новых проектов в нефтегазовой и строительной отрасли. В ближайшие годы приток инвестиций в иранскую экономику, как ожидается, существенно возрастет, поэтому иранский рынок представляет большой интерес для УАО ММК. В прошлом году Иран стал третьей после Турции и Италии страной в дальнем зарубежье по объемам экспортных поставок УАО ММК, сообщает Управление информации и общественных связей УАО ММК.